Всем привет! Сегодня середина августа месяца 2020 года, Харьков. Вот он, измельчитель такой. Вот такие тонкие ветки. После обрезки, летние обрезки. Обрезается сейчас уже черника, как видите, абрикоса, яблоня, шелковица. Все мелкие ветки надо измельчать на мучу. Оно за 2-3 года перегниет и будет хорошее удобрение. А такие вот толстые ветки, вот смотрите, это, конечно, на станке пилой порежем. Где потоньше, можно и топором перерубить. Зачем ее измельчать туда, в тырсу превращать такие вот толстые ветки? Куда она? На дрова пойдет. Такие толстые пойдут на дрова. Поэтому делаем вот такую вот мульчу. Сейчас покажу вам, чтобы вы видели. Вот, я уже начал дробить. Видите, она измельчает. Получается хороший под перегной замульчировать. Особенно сейчас можно малину, ежевику, тот же виноград мульчировать. И смотрите, вот сам этот. Это у меня такой маховик. Можно было бы больше сделать маховик. Здесь у меня выходит уже дробленая. Это вот вал со станка, который строгает доски. Строганный станок. И покажу отсюда. Вот он, электродвигатель, где-то 2 киловатта. Ременная передача. И здесь вот конденсаторы и запуск. Сейчас я ножи можно регулировать. Причем регулировать можно и в таком положении, и в горизонтальном положении. И там тоже ножи сделаны с рессоры. Хорошая рессора. Сталь 60G, твердость 62 единицы. И можно снимать и перетачивать. И всегда можно найти и купить от москвича или жигулевскую рессору. Так, включаем и покажем вам работу. Вот. Сейчас камеру поставлю, чтобы вы видели. Обязательно очки надо. Не руки беречь, потому что видишь, она сама затягивает, вырывает из рук. Техника безопасности должна быть на первом месте. А все, что обрезано, летняя обрезка, и передробим и используем. Спасибо, что были, заходили. Пока. До новых встреч.